Похороны Гетман Людмилы Александровны, моей мамы. Подождите, надо собрать, поносить же, оно ж попадает все. Это шорох, это икона. Слышишь? Это шорох, это икона. Пусть несет. Умничка. Правильно. Thank you.
Сейчас я расскажу. А вот где там будет ехать? Виолочка, как ехать к Яне? Откуда я знаю? А ну иди сюда, рассказывай, куда там ехать? Там Саша будет ехать. Я взял назад от первого. Машина, туда ногу ставь. Машина. Правую, левую ногу. Все, ближе не подходите. Поднимайте. Ближе не подходите никто. И потихоньку опускаем. Опускаем. Все, потихонечку опускаем. Бросай. Хвостами туда, а за головой хвостами. Нет, наоборот, кто так, правильно. Ты уже другая. Ребята, сильно. Поток возьмет. Кому-то платочек надо отдать, старенькому. Ничего не понимаешь.
Да. Да, тогда, конечно. Вот спецкая ростовская. Это граница, это Таганрог. А, Ростовская область. Ростовская область. Ну, это самая первая станция. Я раньше сам не знал. Я брал до Северска, а мне рассчитывали, что до Северска. 300 с чем-то, а так 270. Да, Успенская. Ой, красавец. Элина. Элина. Иди сюда. Вниз камеру. Ну, нас посмотри на дядю Андрюш. У нас дома она есть, да. Еще на рояле играет. Да. Да, немножко. Еще совсем маленькая была. Приходила к нам. Сейчас я бы не узнал бы. Как и Андрей, я совсем но не узнал. Но она похожа. Нет. Ну иди сюда, вот. Тут место еще. Ну, разберите, лишнее уберем, кому не хватит. Да, возьмите тихонько. Передавайте дальше. Молодец. А тут карандаш выдвигается и задвигается. Памяти, да? Угу. Чтобы потом. Ты моя комната была когда-то. Что бабушка умерла? Конечно. Ты ее любила, бабушку? Да. Будешь теперь вспоминать? Ага. Она тебя учила, наверное, читать. Да. Да она не болела, она мне. Она со мной занималась. Сказки читала, наверное, да? Ага, ну не только сказки. Ой. А что она тебе еще читала? Она мне еще там учила меня там, ну, и там стихам. Стихи. Угу. Какой-то последовательность. Ну, не знаю. Может, именно от видео камеры? А что вы снимаете? Вот эту маму? Тебя сниму. Сейчас будете. Курица. Угу. Может, курицу снять. Мама в детстве. Мама в гимназии.
Бабушка, дедушка и мама. Дедушка Филичев Александр. Без вести пропал во время войны. Александр Филичев, мой дедушка, на работе. Довоенные годы.
Ужгород. Еще фонтан был. Метрака 8. Бабушка и Сашка. Это я. Виола в Евпатории. Это Феодосия. Папа с мамой. Я в Ужгороде, метрака 8, на крыльце своего дома, на набережной. Русская улица. Ужгород, все. Тысяча девятьсот пятьдесят пятый год. Это сейчас из дырочек пометаешь еще грязь. Ну, ничего страшного, ну, это рынок уже минует. Чуть-чуть по дорожке разметиться. За дедушкой, за прадедушкой не поживает. Показывали листы, как же это народность. Мама, а это что? А такой будет расти тут травка. Как розочки. Наверное, посаживать надо.
Леночка, упадешь, Лена. Дай бог. Потому что дочка его страшная. Зай. Мама, посмотри, какой-то. Шмень. Зай. Лена. А. Лена. Это настоящая елка. Гвардейский проспект. Разводят храм первый. Дом, где я жил. Садко. Ну, давай кушай, Алексеевна. А ты смотри, что ты можешь смотреть? Вот так и я кушать не хочу кушать, и все. Ну что ты? Так я там месяц жила, а ты уже прямо устала. Ни ночь, ни день я не могла спать. Як вона кричить усе, Витя, Витя, я ну Витя, дай Витя отдохнуть хочу, ну спальні возьму, открию. Я, ти ревнуєш? Ні, мені вже тепер не нужно нічого, тільки нужно. Спокой, нужно это твое. А я плачу. А что ты плачешь? Я тебя жаль. Ну, как вы с барахлом живете? Все и вылез. Прямо пучками лез. Да, и нормально. И так всё. И у мамы. И косички у вас, и все еще есть. 85 лет уже, шо ж. Уже время. А не больше? Нет. Если с 15-го. Будет 100 лет в 2015 году. А сейчас только 2000 год. Так что еще 15 лет до 100 лет еще только жить. Да. А я тебя хотела... А мы сегодня были на могиле, у дедушки были. И у дедушки были? Да, и у мамы были, и у дедушки. Так что... Ох, я уже так плакала. А что у вас не было на похоронах? Что? На похоронах вас не было. Постановка этих вопросов является абсолютно логичной. Граждане понимают, как много зависит от эффективной работы и чем является для государства бюджет. Второй вопрос касается ограничения неприкосновенности народных депутатов Украины. Необходимо подчеркнуть, что речь не идет о полном лишении народных депутатов неприкосновенности. Она приводится к нормам, принятым во многих государствах мира. Граждане не против того, чтобы депутат имел... Нет, чтобы сразу сделать нормально.